Иракские военные нашли в районе города Байджи массовое захоронение боевиков ИГИЛ. Солдаты обнаружили 19 братских могил. В них находились тела были тела 365 террористов, запрещенных в России организации. Город отбили у боевиков 19 октября. Бои за него начались 14-го. Байджи — стратегически важный населенный пункт. Рядом находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод.